Знамя 10-го батальона горно-штурмового Эдельвейс. Все взято в бою. Знамя батальона Донбасс. Знамя 72-й бригады Черные Запорожцы. Это знамя Национальной гвардии. Батальон имени генерала. Это генерал. Кстати, чтобы вы понимали, мы его уничтожили, когда в 2014 году, когда он заходил в Лещанск. И он был полковником, ему посмертно дали генерала. И они в честь него назвали вот это. И он погиб в Лещанске. Знамя 108-го горно-штурмового. 108-й отдельный горно-штурмовой батальон. Знамя 44-й отдельной артиллерийской бригады.